Всем привет! Я все-таки голову сегодня ведь утром помыла, вот сейчас я не буду краситься, ничего. Вот. Так что, вообще у меня для вас сегодня сюрприз, так что не отключайтесь, будьте на связи. В общем, я и так красива. Сегодня джинсы опять, я их сложила, сейчас опять достала, надела свои кроссовки тире эти, как называется, сандали. Вот. Чуть-чуть тут опять намусорил. Свинарник у него тут. Ой, у меня батарейка садится. Че, да? Ну ладно. Зарядник на работу возьму. О, какая умная. Та-дам! А я опять стриженная. Я вчера договорилась с родственницей, чтобы она пришла. И меня подстригла. Кстати, она меня в этот раз подстригла именно так, как я хотела. Помните, в последний раз, когда она меня стригла, она прям очень-очень много. Она сама боялась, испугалась, в этот раз стрижет меня. И сама боится, говорит, нормально, нормально. Я говорю, да, нормально. Мне такая головка классная стала. Вообще. Все еще покрашусь. А еще у нас, представляете, сейчас такая иду. Я ей там эти, как это сказать-то, брови покрасила. Иду мыть руки, а воды нету, воду отключили. Я говорю, а что, воду отключили? Он говорит, да, говорит, сказали, воду. Я говорю, я вообще ничего не знала. Говорю, представляешь, я сейчас бы кого-нибудь покрасила, а воды нету. А потом смывать чем? Вообще трындец. Хорошо, у меня сегодня все... Ну, хотя я вот буквально 20 минут назад стригла одну женщину, ей голову мыла, естественно, была вода. Сейчас куда-то делась. Чего ты так на меня смотришь таким взглядом? Так что я поеду домой, что здесь без воды делать. Буду краситься. Буду красивая. Но мне уже нравится. Так как я закрылась пораньше, приехала на пляж. Смотрите, какая здоровская погода. У нас здесь... Кстати, ветер поменялся, леванты. Когда левант, это значит, вода потеплеет. Ну, если только опять шторм не нагрянет. Класс. Может, даже сегодня на пляж съезжу. Хотя вода ледяная. Я люблю на пляж ездить, купаться. Вот это просто загорать я так не люблю. Ну, посмотрим на мое желание. Пахнет вкусно морем. Знаете, что надумала? Сейчас в Меркадону за сардинами поеду. Времени навалом. Куплю себе полкило сардин и сделаю их на костре. Как вам идея? Пишите в комментариях. Здоровско? Я думаю, что да. Вот. Сделаю сардины. Еще какая-то мыль. А, и черешню, может, посмотрю. Знаете, самая черешня, самая вкусная. Я не знаю, все перепробовала. В Меркадоне продается. Я не знаю, с чем это связано. Но вот я вчера купила, позавчера покупала. В общем, каждый день покупаю в Меркадоне. Она самая вкусная. С чем это связано, не знаю. И в прошлом году тоже только там покупала. Но там она была на развес. В этом году с этой вот ситуацией, не знаю, будет ли она на развес или нет. Так, где это? Нет, ну вы посмотрите, ты что там один делаешь, а? Вышел такой и идет по пешеходному переходу. Пошли. Ой, так что все. Ой, ветерок хороший такой. Ветерок такой хороший обдувает. Свежий. Я уже дома. В общем, сейчас у меня вот такой есть гель. Для того, чтобы зажечь барбекюшницу быстренько. И сейчас забацаем себе рыбку. Thank you.
Непонятно, горит, не горит. Хотя вот там по тени есть отражение, что вроде бы горит. О, уже дымок пошел. Потому что как-то прозрачно все. Ну ничего, все у нас получится. Не знаю, что получится. Я в этом деле профан. Ну, дымок идет вроде бы. Рыба, по идее, должна быстро сделаться. В общем, не знаю, друзья, ждем с вами результатов. Я еще тот это, барбекюшник. Пипец. Кстати, купила дораду, потому что, ну, что-то мне показалось, она более симпатичная. Сардины и дорада стоили одна и та же цена, 6,75. Вот, и я что-то говорю, куплю-ка я себе дораду одну огромную. В общем, вот такая вот. Ждете результата? Сама думаю, что у меня там получится. Ну, вроде дымок идет, правильно? Это значит, процесс пошел, я так думаю, или как? Хрен его знает. Я ее посолила немного, я сейчас соус сделаю. Соус сделаю, покажу вам, что за соус. Надо было купальник одевать, знаете? Потому что она прям так хорошо на улице жарко, но я вся увлечена моментом истины. Ну, вроде бы как процесс пошел, или как, или вообще что. Или пойду сейчас на сковородку дожаривать. В общем, ждите результат. Ну, слушайте, очень даже ничего. В общем, я ее перевернула. Она тут без меня справится. Пойду соус делать. О, гляньте, какая красота. А вы говорите купаться, а вода холодная. Соус просто до безобразия. Здесь у меня чеснок, петрушка и немного соли. И вот так все толкушкой толчем, чтобы все это дало сок. Вот видите, все растолклось, в такую кашицу превратилось. Теперь сюда добавляем оливковое масло. И все хорошенечко размешиваем. Все, соус готов. Можно лимончик добавить. Ну, лимон я на саму рыбу добавлю. Все, видите, готов соус. Ну, а теперь самое интересное. Что же у меня там с рыбой творится? Может, все нафиг потухло уже? И пойду все-таки на сковородке дожаривать. Нет, нет, слышу звон. Ой, она, может, мне нахрен все сгорела? Нет, все нормально. Ух, бля. Ну, это кожа. Ее можно так неожиданно. Сейчас самые угли разгорелись, поэтому... Ой, все будет замечательно. Пойдемте обедать, друзья. Ну, надо же. За каких-то 5 секунд. С той по стороне тоже тогда поджарю немного. Кожа снимется. Так что неожиданно, неожиданно. Все получилось, друзья. Я мастер просто на все руки. А что не умею, научусь. Для этого и существует YouTube. Смотрите, какая красота. А теперь все это соусом вот так поливаем. Вот так вот обмазываем, обмазываем. Я ей лимончик туда уже добавила. Вот так вот обмазываем. И едим. Всем приятного аппетита, друзья. Мороженое буду сейчас есть. Кокосы, вот это очень вкусное. Кстати, какой пляж-то? Я совсем забыла совершенно. Мне сегодня подруга с дочкой приедет подстригаться. Мы не виделись 3-4 месяца, не помню уже сколько, очень долго, не помню сколько. Вот она мне вчера позвонила, не вчера, позавчера. Говорит, когда приехать к тебе, можно подстричься. Ну, я на сегодня запланировала, так что никакого пляжа. Вот так играет, скучно ему. Но еще не время гулять, Чарли. Ладно, буду заниматься поеданием и смотреть сериал это
дочери Гюнеш. И чё? И чё пришёл? Чё пришёл? Мы с ним уже нацеловались, наобнимались. Время отдыхать. Картина маслом. Рука замерзла. Подругу подстригла. С дочкой ее. Сейчас отправляюсь в этот гулять. С Чарли. Потом приду еще покрашусь, наверное. Ой, мляха муха. Все из холодильника все, говорю, вылазит. Кошелек у меня постегивается постоянно. Это зарядку на работу носила, чтобы камеру подзарядить. Че лежишь? Мамо, мамо, лакае, мамо, пинга. У него особого желания идти на улицу никогда нет. Не знаю почему, с чем это связано. А вот. Но зато потом бегать с радостью. Сегодня в поля пойду. Хочу еще зайти, может быть, черешенки купить. Я сегодня в Меркадоне не купила ее. Потому что вроде как была. А сейчас что-то подсела и половина сожрала. Сейчас прям самый сезон и хочется черешенки. Ладно, пошла я. Ну все, друзья, я полетела на соседнюю планету. Шапку космонавта я уже надела. Так что всем пока-пока. Шутка. Я крашусь. Шапочка такая у меня красивая. Хо-хо, буду блондинкой. Ждете? Я очень жду. В принципе, все уже свершилось. Вот такая вот я красивая. Буду с вами прощаться до завтра. А завтра буду еще красивее. Так что ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока-пока.